Стоял здесь 100 лет? Самар! Черт, пустяки! Уделить нам часть твоего урожая. Самую малую часть да вознаградить. Через год мы вернемся. Отработаем тебе как пекарь. Сейчас война. Я не хочу ничего урожать. Есть урожай, нужен зайти. Верь берет. Мы умрем с голоду. Я не хозяин своему урожаю. Ветер не тронул поля и не сушит. В эти поля когда-то пахали вообще. Ветер не знает того. Пойдем отсюда. Не будем портить ему вкус его пирога. О чем говоришь? Когда господина просить начнешь, он и глохнет, и слепнет. Не было случая, чтобы волк делился своей добычей. Негодяй! Ты не ответишь за эти слова! Это говорит тебе я, мой князь! Пойдем отсюда. Здесь мы ничего не.
Пожалуйста. На казачьих полях хороший урожай. Хлеб будет. Будет хлеб. Или я леджигит. Ну, долго мы тут с тобой возиться будем. Господин начальник, сына нет дома. Давно нет. Нет вчера. Нет сегодня. Ладно, старый хрен. Надоело мне балакать с тобой. Собирайся тогда сам. Там у тебя задницы выколотят сына. Вязать! Thank you.
бог васина херка, та та хури така дара хура те зебельс. А мина ты дама да каркуаре. Рай, тара, дай, рай, 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 рай. Именем Его Императорского Величества. Его Императорское Величество, приняв во внимание потребность действующей армии в конском поголовье, снизошел на просьбу кабардинских конозаводчиков и повелел все наборные общественные пастбища передать князьям Ансаровым, Тутаковым, Лежбиевым, Кабировым, Сардановым, Кундетовым, Шипшевым, Отсадановым, Камхаловым. 70 лет пас я скот на этой траве. 70 лет на бумаге не могли написать того, что ты сказал. Это смерть! Дурак, ты же слыхал, войне нужны кони. Когда молодой говорит старику дурак, и трижды ли глуп он сам? Thank you.
сбежал, баста. Алеша, пройди туда, у меня ученица. Гаммы. До мажор. До ре ми фа соль ля си. Так вот, Верушка, надо пробираться в горы. В комитете уж давно ждали меня. Нельзя терять даже дня. Сама знаешь, что людей не хватает. Вот, целый год не видала тебя. Играй. Беден мир да будет с тобой. Если в кармане звенят у тебя деньги, ты отдашь их мне. Что ты здесь делаешь, проклятый ингуш? Уйди отсюда, бета. Я Аврек и могу убить тебя. Да, но я Аврек. Я тоже могу затупить кинжал. А твою жирную шею? Скоро на мне не будет жиру. Я уже позабыл, как пахнет чурек. Уйди отсюда, бета. Эта дорога моя. И всяку, кто пройдет по ней, я граблю и убью. Нет, я не уступлю тебе, проклятый ингуш. Я не уйду отсюда, пока не добуду себе коня. Абрек без коня не абрек. Уйди.
Уйди. Не уйду. Уйди отсюда, бета. Аллахом прошу, уйди. Не уйду. Слушай. Худой мир лучше доброй ссоры. Давай поделим дорогу. Как так? Я встану здесь, ты беги туда. Видишь камень на дороге? Камень. И если тот, кого шлет нам судьба, пойдет по ту сторону дороги, да будет он твоей добычей. Если пойдет он по эту сторону, значит, Аллах сулил ему попасть в мои руки. А? Согласен. Если ты перейдешь на ту сторону. Да будет так. Отдай лошадь. Распрягайте. Мой конь. Мой конь. Убери руку. Самарку закупил. Сейчас я прикончу тебя, проклятый ингуш. Господа обреки. Потише. Уважаемые обреки, не хотите покушать? Может, закусим? Давай. Нет, так не годится. Надо все по-хорошему, по-правильному. Вот, найдем полянку, сядем, выпьем, закусим. Садитесь, подъедем. Слушай, вылезай, пожалуйста. Гости. Хочу сказать тост. Такое счастливое событие. Такая счастливая встреча. Послушай, налей, пожалуйста. Такой случай. Смотри, пожалуйста, какой молодец. Эти, пожалуйста, дорогие гости. Давно ждал такой случай. Такое счастливое событие. Такая счастливая встреча. Так пошел я в Абреки. Буду сидеть у дороги, убью какого-нибудь человека, возьму его лошадь. Уйду далеко от родных мест. А? Зачем убивать? Вот лошадь. Она твоя по праву
Абрека. Какая обида. Ты меня поил, ты меня кормил, ты мой лучший друг. Я не могу взять у тебя лошадь. Тогда ты примешь ее от меня в подарок. Эй, эй, слушай, ну я заплачу. А? Заплачу. Пожалуйста. Не-не-не-не-не. Бери, бери. Не-не-не-не. Да говорю ж тебе, бери. Прощай, дорогой. Прощай, друг. Стой. А Муса? Какое мне дело до этой, до этого? Это ты возьмешь Мусу с собой, и вы расстанетесь там, где оба будете в безопасности. Никогда осетин не поедет на одном коне с ингушом. Это ты сделаешь так. Не-не-не, лучше бери коня назад. Это ты сделаешь так, потому что прошу тебя об этом я. Твой друг. Чего только не сделаешь для друга. Эй, вставай, пожалуйста. Будь так добр. Вставай, мешок с пищей. Вставай, бурдюк с ракой. Бери. Свинья. Прощай, дорогой! Никогда тебе этого не забуду. Если бы не... Сам понимаешь, такое положение, толстопузый. Но помни, мое слово нерушимо. Я верну тебе коня, как только наступят для меня лучшие времена. Проклятый индуш. Прощай, дорогой! До свидания, лета! Прощай, дорогой! До свидания, бета! Прощай, друг! Ай, Чигит! Ай, молодец! Передай твоим! Спасибо, передай! Ай, Чигит! Ай, молодец! Эй, Хатму! У кого клад? Ты Умар? Откуда знаешь, что меня Умаром звать? А я горами шел и про вас всех слыхал. И про тебя слыхал, будто самый ты горячий. Говори, зачем пришел? В гости к тебе пришел. В гости? Гости всегда рады. Только опасно тебе, русскому человеку, у нас гостем быть. Народ за нами пошел. На царя пошел, на князей пошел. Слушай, разные бывают русские. Вот я русский, а тебя просить пришел. Спрячь меня, русского, от царя. От царя? Спасибо тебе. Не думал я, что есть русские, которым до нас корцев дело есть. Как ты сказал имя их? Большевики. Понимаю. Это те, кто большим делом занимается. Ну а теперь скажи ты мне, много ли вас? Нас, Умар, везде можно найти.
Сибири есть, на Волге есть. У самого царя под носом в Питере тоже найдешь. Что же? И вы своих князей тоже режете? Нет, не режем. Не жалеете? Да нет, не жалеем, человек жалеет. Но не в одних князьях дело. А потом все равно всех не перережешь. Ну так, скажи ты нам, Алексей. Как сделать, чтобы народу так все? В город ко мне придешь? Приду, когда наши возьмем. Ну, бывай. Этот дом, превратить его в пыль, пусть изгладится самое воспоминание о том, что стоял здесь дом этот. Не дадим же большевистской заразе проникнуть к нам на Кавказ. Разве я не представляю мой бедный, маленький осетинский народ? Разве вы, ваше сиятельство, не лучший сын кабардинского народа? На съезде народов, населяющих Терек, призваны мы историей выполнить великую миссию. И да грядет к нам в белых одеждах правды будущее наше правительство. Все было сделано, как условились, ваше сиятельство. Поработали недурно. Осетины с ингушами перегрызлись по-свойски. Я не оратель. Я каратель оратель. Вот скажу вам, был у нас в полку один случай. Правущим. Хорошо. Я поднимаю этот бокал за войну, за священную войну с большевиками. Это они подстрекают темный народ. И народ забыл вековую преданность нам. Вот этой цепью был убит мой дорогой дядя. Жжет мою грудь эта цепь. Я поклялся спать, пить и есть, не снимая этой цепи с груди до тех пор, пока на ней не повиснет убийца. Пока я не перевешаю вот этими руками холопов, осмелившихся осквернить
родовые нашу землю. Подтверждаю свою клятву за месть. Проучим! Ваши чувства делают честь всему кабардинскому народу. Так вот, скажу вам, был наш полку один случай. Понимаешь, Алексей, вокруг Терского съезда провокация, конечно, круговая. Нагнали сюда казаков со станиц, отборных, нагаечников. Съезд под нагайкой. Я, товарищи, еле пробрался через заставы. Казаки, офицерьё. Ты, говорят, кто? Ингуш. Хорошо, у меня казак один в кунаках, бедняк один. Он меня во рву сверху соломой покрыл и так и провез. А то бы прикончили. Ну так политика-то известная, знакомая. Разделяй и власть. Натравить казаков на горцев раз, горцев на казаков два и национальная рознь три. Вон как осетин с ингушами стравили. Ай-яй-яй, не расцепишь. А потом съезд с громом, с музыкой. Ура-ура! Съезд терских народностей. Без горцев. Да. Ну, у которого казака земли мало, он, конечно, тоже не терской народности. Ну да, да, это как по нотам. Так я так думаю, товарищи. По-ихнему, горцам на съезде не бывать. А по-нашему, по-большевистски, горцев надо на съезд привести. Петя, как иногородний? Иногородний? У иногородних одна дума, земля. Эти будут наши. Железнодорожные мастерские, горой за большевиков. Ну и нечего, товарищи. Пора брать власть в свои руки. И пусть опорой нам в этом деле будут горцы и беднейшая часть казачества. Во всех аулах, в селениях, во всех станицах надо рассказать, кто такое большевики, что такое советская власть. Ну, дай список партийцев. И, товарищи, пусть ни один коммунист не останется в городе. Все в дорогу. Петя, да. Ты поедешь по границе Чечни. Хазби, да. Тебе в селение Христиановское. Эльдар. Алексей. Нет дома. Скоро будет? Обещал прийти пораньше. Ну что ж, если я тебе не помешаю, буду ждать. Чем же вы можете мне помешать, товарищ? Пойдем. Вы откуда? Из Кабарды. Вас не Умаром ли зовут? Умар. Слыхала. Алексей будет очень рад. Он мне много рассказывал о себе. Ну? Вот тебе ну. Садись. Это кто? Ленин? Ленин. Ну? Ах,
Хозяин дома? Обещал скоро быть. Жена? Жена. Лошадь привел. Позвольте, какую лошадь? Твоему мужу я лошадь привел. Принимай. Ничего не понимаю. Тогда знаешь что? Покажи мне то место, где я могу дождаться твоего мужа. День знакомства даст 1000 дней дружбы. Вон Борщ. Издалека путь держишь? Ночь, день. И еще ночь скакал. А ты? Два раза терял конь подкову. Пока я добрался сюда. Ай-яй-яй. Да. Здешнего хозяина давно знаешь? Старый счет. У меня к хозяину должок небольшой. Так, так. Ну что ж, и я должник его. У него должников много. Господи! О большевиках слыхал? Люди говорят разное. Это ты? Я. Самарку закрыл. Шмар. Товарищи! Эй. Старый друг. Это. Здравствуй, сосед. Здравствуй. Товарищ, вам, может быть, чаю? Чаю? Нет, я уже кушал пиво своих родственников. Ну, как хотите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Не плачь, не плачь. Вырастешь большой, тикить будешь, на коне скакать будешь. Но ведь это девочка. Скажи, пожалуйста, как зовут? Машка. Машка. Что? Здорово, друзья! Здравствуйте, Алексей! С чем пришли, Умар? Наша взяла, царя не стало, пастбище захватили, язык колотим. Дай совет, что дальше делать. Дам! Бета! Лошадь привел. Лошадь? Ах, лошадь! Спасибо, друг! Муса! Алексей! Царя нет, а земли нет. Царя нет, а кушать нечего. И эти вот отбивают последний клочок земли. Блин, собака! Ну-ну-ну. Люди убивают друг друга. Льется кровь. Скажи, где правда? Вера, ну-ка, собери нам чайку. Ладно. Ну, за дружбу. Жить тебе 100 лет. И еще 20. И еще столько же. Ну, ну же, ну же. Нет. Скорее солнце будет светить ночью, а луна днем, чем я, Бета, выпью стакан дружбы с ингушом. Нехорошо. Скажи, Бета, ну что плохого сделал тебе Муса? О чем говорить? У нас война. Они крадут, крадут все, крадут наши поля, наш хлеб. И этот вот худший из них. У же ноги коротки. Хорошо, а? Ладно. Хорошо. Значит, вы деретесь за землю. За землю. За нашу землю. Лиза, а что, у Мусы много земли, да? О, если выроет он себе на своей земле могилу, то в эту могилу не запихнуть будет ему своего брюха. Муса, у Бета много земли. Воробью на 3 прыжка. Бета и Муса, а у кого земли много? У богатых. У князей. Так какого же черта вы деретесь между собой? А не идете вместе отнимать землю у того, у кого ее много. Зачем говорить так? Ты же знаешь, у них власть. Власть. А вот есть власть, которая отбирает землю у богатых и отдает ее бедным. Ты говоришь сказки. Сказки? Нет, это не сказки. Такая власть есть. И называется она советская власть. Вот слушайте. Декрет о земле. Да. Помещичья собственность на землю отменяется немедленно и без всякого выкупа. Да. Дальше. Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ульянов, Ленин. Ленин. Могу я взять это себе? Возьми, Бета.
На, Умар, возьми Муса. Теперь скажи мне, Алексей, что нужно сделать, чтобы была эта власть? А вот слушайте. Будет сделано все, как ты сказал, Алексей. Лучших дигитов, самых лучших приведу я с собой. Ладно. Ну, а что скажут Бета и Муса? Бета и Муса, вы сделаете так, как я сказал. Вы явитесь в ваше селение вместе. Вы всюду будете ходить и рассказывать про советскую власть. Вы расскажете осетинам и ингушам, о тех, кто радуется крови, проливаемой вами, братской крови, Бета. И вы приведете на съезд осетин и ингушей. Если нас увидят вместе, над нами будут смеяться. Над вами не будут смеяться, потому что вы принесете с собою мир. Эх, пусть будет по-твоему, Алексей. О, ну вот и хорошо. Вот и выпьем. Выпьем. Ну, за советскую власть. Вот вы выпили за советскую власть, значит, вы выпили за дружбу. Потому что советская власть — это дружба. Твоя дружба, Бета! Твоя дружба, Муса! Твоя дружба, Умар! Вот! Происходит в России. В России анархия. Граждане, нам надо объединиться и сказать, у нас не место анархии, не место Ленину. Товарищ Алексей, а? Восемь к нам. Казаки! Давно уже казак работает не на себя, а на чеченца, на ингуша. Пришло время столицы расплатиться за все их злодейства. Братья казаки! Уничтожим дружным ударом эти разбойные народы! Смоем их, как темные пятна, с лица Кавказа! Провокатор! Куда гнешь? Эй, кто ж выходит? Опять воевать выходит! Хватит, навоеваришь! Эй! Будут давать безземельным землю, а не буду! Граждане! Thank you.
Пришел приветствовать своих представителей? Не думаю, ваш отец. Они кричат: «Да здравствует советская власть!» Народности. Народ и гор прислали нас сюда как своих представителей. Вот мы и пришли. Пожалуйста, мы очень рады. Пожалуйста, мы просим вас. Тебе нас не о чем просить. Пошли. Пожалуйста, мы очень рады. Господа, граждане, может, кто-нибудь хочет приветствовать наших дорогих гостей? Я прошу слова! Он пошел. Этого я знаю. Приветствую вас,
сыны угнетенных народов Кавказа. Приветствую вас от лица защитницы угнетенных всего мира, от лица коммунистической партии большевиков. Преодолели все препятствия, что ставили вам на ваших путях. Вы пришли как полноправные хозяева той страны, которую взяли здесь представить вот эти. Веками не было человека несчастнее, чем горец. Веками нес горец на своих плечах цепи рабства, гнет нищеты. Да, их земля полита кровью. 100 лет русские цари в союзе с феодалами с вами поливали кровью их поля, их земли. И кто больше проливал крови, тот и больше получал земли. Так цари покупали казачество. Покупали его вольный дух, так продавали свой народ русским царям, феодалы. И вот не стало последнего Романова. И сейчас вся страна разделилась на две части. Одна старается закрепить новый строй, а другая не останавливается ни перед чем, чтобы снова одеть на свободный народ мертвую петлю. И нет у вас большей страсти, чем страсть удержать в своих руках награбленное столетиями. Но народы, населяющие терек, собрались сюда. Ничто не могло остановить их. Они пришли сюда, потому что они не хотят кровавой розни, длившиеся столетия, потому что они понимают, кому же здесь есть выгода бить кровь. А казаки? Вот тут кричал молодой казак. Ему надоела война. Он хочет мирно трудиться на земле своих дедов. А земли у него нет. И он скоро поймет, что нет чеченцев, нет ингушей. Нет осетин и нет казаков. А есть угнетатели и угнетенные. Есть капитал и труд. Народы, населяющие горы, пришли сюда, чтобы договориться со своими братьями по труду, потому что они хотят мирно трудиться на земле своих дедов. И этот мир, эту землю может дать им только одна власть в мире. Их же власть. Власть трудящихся. Власть советов. Казаки! Не отдадим своей казацкой вольности! А за ту власть, которая бедняку землю даст! Молодец, большевик! Дети! Тебе говорю, оставь! Ваше благородие, не годится.
неизбежным ходом истории Кавказ, так сказать, должен стать советским. И пусть цепи гордых скал станут той могучей преградой, о которую разобьются все силы реакции. Есть легенда о Прометее, которого приковали цепями здесь, в горах Кавказа. И как Прометей были скованы цепями народы Кавказа, настало время разорвать эти цепи. Ура! Спасибо, казак, у нас будет. Возглавно! Позор! Народы Кавказа! Чеченцы! Здесь! Здесь! Ингуши! Здесь! Здесь! Осетины! Здесь! Здесь! Балкарцы! Здесь! Здесь! Кабардинцы! Здесь! Здесь! Товарищи казаки! Товарищи иногородные! Мы протягиваем вам братскую руку. Ярви! Успокойся! Народы Кавказа, мы все собрались здесь. Предлагаю голосовать признание Совета народных комиссаров. Науки, который казак не баба, где не напасть власть. Черт знает, что такое! Господа офицеры первого полка, главного казачьего офицерской собрания! Эй, пусть уходят! У них теперь одно дело! Точить шашку, чистить винтовку! Голосую! Голосом признания власти трудящихся! Серьезный разговор был. Хорош, казак! Тише ты, чё? Назаром звать. Еще казаки были. Мужики со станиц были. Большая дружба, Алексей, будет. Ой, черт, так поздно. Вкладывайся, ума. Что надо? Мне нужен Умар. Зачем? Дело есть. Вот что. Бросьте вы, ваше сиятельство, эти штучки. Не будет вам никакого Умара. И вообще ничего не будет.
слушай. И до тебя доберемся. У нас сила, а у тебя что? Кучка голодранцев. Виселица тебя ждет! Ваше сиятельство, не пройдет и года, как мы вас поставим к стенке. И вообще пошел вон, дурак. Кто был Алексей? Так и шаг один. Дума! Власть мы завоевали. Теперь придется ее защищать. Трудно будет. У них пушки, снаряды, винтовки. Ничего, Алексей. У нас в горах говорят. Хочешь родить великана, не жалей полотна на пеленке. О! Москва, Кремль, Ленину. Снарядов нет, патронов нет. Противник занимает города и станицы. Спасти положение может. Переброска к нам на фронт 2-3 дивизий Красной армии. Зная невозможность в данную минуту снять части с основных фронтов, уходим в разных направлениях к морю, горы. Погибнем в неравном бою, но не сдадимся. Минуту смертельной опасности шлем вам горячий привет. Все. Все. Ломать? Ломай. Ну, товарищи, решено. 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 Значит так, Алексей, твое дело горы, горы и горцы. Тебе через степи в Астрахань, тебе Хазби в Плавне в Камыши. Ты со мной, я к морю. А главное, соединиться с нашими на севере. Деникин подступает к Орлу. Труднее всех тебе, Алексей, будет. А что ж труднее? Задача простая. Засесть с партизанами в горах и оттуда беспокоить тыл противника непрерывно. Оттягивать части белых с основного фронта. Простая, простая. Как еще в горы пробьешься? Фронт почти сомкнулся. Через Черный хутор. Как Черный хутор? Пятка, пятка, пятка. Говорит, Мценск, Мценск, Мценск. Как Черный хутор? Черный хутор. Пятка, слушай? Эй, пятка. Слышь ты! Тихо! Вятка! Вятка, слушаешь? Да-да, Мценск! Как Черный хутор? Путь свободен? Путь свободен. Остров защищает сводные бригады. Есть! Принято! Ну, рассказывай дальше, Петя. Ну так вот. У них не осталось патронов. Враги окружили их. Враги убивали их. Безоружных. Мы дрались, как львы, но когда мы пробились к ним, было поздно. Все были мертвы. Хазби, до свидания. Смотри, не теряй связи. Ваня. Ну, Петя, желаю тебе. Увидимся ли? Ну, нас мало убить, нас все повалить надо. Датико, ты первый увидишь Сталина. Передай ему. Что бы ни было, Кавказ будет советским. Будет. Говорит, Мценск, Мценск, Черный хутор, Черный хутор.
Ты отвечай же! Черный хутор! Фу ты, черт! Да, все были мертвы. Только один встретил нас. 13 пуль пробили его тело. Но он встал на ноги. Он протянул мне руку и сказал: спасибо, товарищ. Потом он пошарил себя на груди и достал это. Вот тут пробила его пуля. Передай его Алексею, сказал он, и умер. Как звали убитого? Али Мурзиев. Черт, жаль. Алексей, умирают одни, им на смену приходят другие. Пиши сюда мое имя, Алексей. Погоди, Бета. Почему твое? Убитого звали Али, он был ингуш. Пусть ингуш заменит ингуша. Впиши меня, Алексей. Эй, Муса, билет он вручил мне. Не пусть... годится осетину лезть на место, которое по праву должен занять ингуш. Алексей, впиши меня. Ты впишешь меня, Алексей. Я не уступлю тебе, Муса. Слушай, ты жертв моей бабушки... Постой, постой, постой. Чтобы разрешить этот спор, Алексей, отдай его мне. Клянусь, я буду носить его с честью. Дай сюда, Бета. Пусть он... пробитый пулей, останется памятью для наших детей. Бета! Новосиев! Муса Эльдара! Умар! Арханов, докажите, что с честью вы понесете имя большевиков. Спасибо. Поздравляю тебя, Бета. Прости меня, Муса, я, кажется, немного погорячился. Я остаюсь с вами. Через Черный хутор мы уйдем в горки. Горы... не отдадим врагу. Верхушка большевиков прорвалась в горы. Они ушли в разных направлениях. Уничтожим при условии... связи нет. Должно быть, перерезали провода. Вы боролись за бедняков. Вы дали нам землю. Сейчас вы в несчастье, но наш народ останется верен вам. Наш народ всегда верен своим друзьям. Будьте гостями, мы рады вам. Спасибо, товарищи. Когда у горца дом горит, то и он немножко согревает. А теперь я прошу тебя, выстрой своих людей. Пусть у каждого хозяина будет свой гость. Кто против кого окажется, тот тому и гостем будет. Блюдо мое полно для тебя. Здравствуй, девушка.
твоя сода. В мой отряд, который со мной пойдет, вы давайте самых смелых, самых сильных ваших мужчин. В ауле осетин, что по ту сторону реки, многие будут бороться за эту честь, Алексей. Где ты будешь умирать, Алексей, там и мы будем умирать. Умирать? Зачем умирать? Черт-то с два умирать! Я так собираюсь жить 100 лет. Еще 20. О, умирать. У нас мало оружия, но у нас есть горы и камни. Я с отрядом займу ущелье, и надо их туда заманить. А вы выжидайте. И как только враг двинет на нас самые большие свои силы, так вы и ударяйте ему в тыл. Нам важно их заманить, а там мы их и... Делаем, как ты сказал, Алексей. Здесь девица одна. Ну что ж, если умрешь от чистой любви, попадешь в рай. Да. Приказываю вам собрать с каждого дыма по 100 рублей денег и по 3 барана. Из каждых 3 дымов коня и седло к нему. И если все это не будет собрано к вечеру, сожгу ваш аул. Эй, старик! Неужели ты хочешь болтаться с ними рядом? Скажешь ты, наконец, где попрятались комиссары? Я старый человек. Роса застлала глаза мои туманом. Я ничего не видел. Сыпать ему 50 плетей. Старая ведьма, подойди сюда. Старая чертовка. Говорят, твой сын большевик. Где твой сын? Мой сын? Мой сын далеко. Тебе не достать. Ты? Выколоть ей глаза.
Продолжайте движение. Эй! Черт! Теперь начнется. Только бы вовремя подоспела помощь из аулов. Передайте всем, без сигнала не начинать. Thank you.
Марш! Пусти! Никуда не пойдешь! Пусти, я тебе говорю! Пусти, Алексей! Марш! Ты никуда не пойдешь! Ну-ка, выйди сюда, я задушу тебя вот этими руками! Я обобью твою шею вот эти! Не выйдет, ваше сиятельство! Ничего не выйдет! И вообще, пошел вон туда! Подоспеет Аугу!
пришли рассказать тебе о нашей победе. Благодарю тебя за счастливые вести. А где Муса? Я хочу слышать голос моего сына. Это не Муса. А где мой сын? Мой Муса. Матушка, ты потеряла одного сына, ты нашла другого.